Таким лидерам по продажам, таким большим компаниям не прощают как бы косяки, но, блин, 200 рублей – это не 500 рублей. Если бы они выкатили свою линейку за 500 рублей, вот Dark Side Shot, маленькие такие упаковки, это был бы пи***ц в натуре. А так, Daft All In стоит, у него вообще нет фиксированной цены никакой розничной. То есть там пляшет каждый, как он, как кто хочет. На карантине я находил по 350 рублей, блин. Must have 180-160 рублей стоит, поэтому охуенно, за 200 рублей 30 грамм табака, который два раза можно покурить на маленькой чашке, шикарно. Как обычно, и с опозданием, но сегодня у нас на обзоре новая линейка от компании D-Tobacco под названием Dark Side Shot. Вы на канале По Башке, и всем привет. Компания D-Tobacco насмотрелась на своих конкурентов, на таких как Daft с их линейкой All In и на Must Have. Must Have, правда, ничего нового не придумал. Они взяли свои вкусы, которые продаются в 125-граммовых банках, и сделали фасовку 25 грамм. Чисто такой пробник, чтобы попробовать, что же это такое. Dark Side, как обычно, решили въебать всех, посмотрели на это все, что происходит сейчас на кальянном рынке, и подумали, чем же мы хуже. И выкатили на рынок свой новый продукт Dark Side Shot. Это 10 вкусов фасовкой 30 грамм, прикольная черная коробка, но опять же, зачем заострять внимание на коробках, если мы их все равно все выбрасываем, и они нам нахуй надо. Данный продукт подойдет отлично для людей, которые только начали познавать кальянную культуру. Для таких людей специально в каждую упаковку компания Dark Side кладет такую маленькую аннотацию о том, как забивать, из чего данный табак состоит. Шот – новая коллекция сочетаний от Dark Side. Мы объединили лучшие ароматы из всех, с которыми работали, и получили неповторимые коктейли. Здесь есть львиная доля правды, потому что ребята взяли свои лучшие аромки, которые они использовали в таких табаках, как Дели Хука, Dark Side, Дигастро, и наложили эти все аромки на софтовское сырье от Dark Side. В обойме Шот готовые сбалансированные сочетания в удобной фасовке 30 грамм. Они подойдут как начинающим, так и опытным ценителям кальяна. Для начинающих однозначно да. Опытные кальянщики, опытные мастера, они не покупают готовые миксы. Каждый любит придумывать что-то свое, дополнять, миксовать. Это все такое искусство миксологии, поэтому для очень опытных кальянщиков данный продукт не особо закатит, для начинающих самое то. Крепость Shot доступна всем. Тоже львиная доля правды, потому что это софт сырье от Dark Side, она легкая, никакой крепости здесь особо вы не почувствуете. Для забивки Shot рекомендуем использовать классическую турку или любую прямоточную чашку. Слегка перемешайте табак и воздушно уложите в чашу. После того, как чаша забита, положите 3 угля размером 25 мм в коллаут, прогрейте чашу пару минут и наслаждайтесь коктейлями Shot. Рекомендация от производителя есть, но каждый делает так, как он хочет. И в касание можно смело курить Dark Side Shot. Многие спорят и хейтят компанию Dark Side за фасовку в 30 грамм. Типа потому, что ты если на большой чашке куришь, на стандартной чашке вместительностью 18-20 грамм, данного табака хватает на одну забивку, и 10 грамм табака у тебя попросту остается. Данная фасовка меня устраивает, потому что в основном я курю на вербандовской турке, у нее вместительность 10-12 грамм. Вплотную забить в касание можно уместить даже 15 грамм табака, поэтому мне спокойно хватает пачки Dark Side Shot на две забивки, вот прям хватает с головой, и я не вижу смысла к этому придираться. Учитывая то, что стоимость Dark Side Shot 200 рублей, и это розничная цена. Если в своих же городах вы находите Dark Side дороже по стоимости, просто уходите нахуй с этого магазина, и вам ничего там не надо покупать. Потому что рекомендованная цена 200 рублей. Если же вы сейчас смотрите этот ролик и подумали о том, что вот я сейчас пойду на Сивас, там 100% дешевле. Угу.
закатайте губу, потому что на Сивасе они стоят также 200 рублей. И давайте сейчас приступим ко вкусам, пройдемся по ним, я расскажу свое мнение о каждом из этих вкусов, забьем чашку, куранем от души и подведем итог данного видоса. Каспийский вайб. Напиток на основе колы с ягодными нотками малины и личи. Классическая кола от Дарксайда менее химозная, но, к сожалению, личи не ощущаешь вообще. Малина где-то там легкая-легкая на послевкусии. И хочу отметить, что малина у Дарксайда одна из лучших малин на рынке. И, к сожалению, в данном вкусе ее очень слабо ощущаешь. Южный вайб. Сочный фруктовый коктейль на основе груши, манго с добавлением освежающих ноток мяты. Один из топовых вкусов в линейке, могу смело относить в топ среди всей линейки шот. Отлично сбалансированный вкус, очень приближенный ко вкусу фруктово-мятной жвачки. После рабочего дня в летнюю пору отличный вкус. Пришел домой после жары, блин, расслабился, кайфанул, покурил свежий приятный вкус и все четко. Столичный бит. Цитрусово-ягодный коктейль на основе клюквы, земляники и лайма. Отчетливо почувствовал клюкву и лайм, земляника, а точнее ее вкус, к сожалению, отсутствует. При этом неплохой вкус, кисловатый, ничего лишнего нет. Центральный бит. Коктейль, напоминающий безалкогольную маргариту. Клюква, лайм и немного спелых ягод винограда. Далеко от столичного бита он не ушел, отличия в одной составляющей большой роли не сыграли. Также кисло-сладкий микс, в котором ощущаются все заложенные ароматизаторы, постепенно на протяжении всего курения они открываются по-своему. Таежный трип. Травянистый коктейль на основе лимонной травы, лемонграсса, эвкалипта и фейхоа. Мне закатил этот вкус неплохой, особенно когда все уже надоело, приторность, сладость. Для того, чтобы разбавить в самый раз. Отчетливо чувствуешь лемонграсс, эвкалипт, свежий, охуенный вкус. Алтайский трип. Травянистый микс на основе хвои, эвкалипта с добавлением фруктовых ноток фейхоа. Те же яйца, только в профиль. Вот отчетливо чувствуешь хвою, елки. Крутой свежий микс в летнюю жару вечерком залетает прям на ура. Приморский шейк. Молочный аромат коктейля на основе черники, кокоса и ананаса. Всегда терпеть не мог в кальянах такие вкусы, как кокос и черника. Но Dark Side Shot просто сломал мои стереотипы. Это настолько нежный и мягкий вкус, взрыв башки и все. Очень хорошо сбалансированный вкус, премию тому, кто придумал данный микс. Однозначно этот вкус от Dark Side Shot под названием Приморский Шейк попадает в мою топ-категорию. Время вкусов, тех, которых я бы во второй раз вообще не стал курить. Ни при каких условиях я бы не стал курить второй раз данные вкусы. Карельский панч. Ягодный микс черники, земляники и малины. Мыло, мыло, мыло. Черника ярко выражена, но очень мыльная. Земляника чувствуется очень слабо, малины, к сожалению, я не почувствовал. И опять повторю, что у Дарксайда настолько охуенная малина, и почему нельзя было сделать так, чтобы эта малина здесь была на первом плане, а вот черника ощущалась где-то там вдали. Вот тогда бы этот вкус был бы просто восхитительным. Карельский панч я отправляю в топку. Байкальский краш. Освежающий коктейль на основе фисташкового мороженого с мятой. Чокомин с фисташкой, если быть кратким. Мало кому залетит этот вкус, но все вкусы, все аромки, вернее, ощущаются очень-очень хорошо. Это плюс, но вкус на любителя, и один раз я покурил, и с меня достаточно. Донской чил. Коктейль на основе дыни и лимона с добавлением ореховых нот. Отчетливо ты чувствуешь дыню, отчетливо ты чувствуешь нугу, лимона вообще никакого нет. Конечно, найдутся любители данного вкуса, но это точно не про меня. 4 топовых вкуса. Это южный вайб, таежный трип, алтайский трип и приморский шейк. Я думаю, что это только начало, и компания Дарксайд в любом случае доработает свои вкусы, и они будут отстреливать прям как с автомата.
Сейчас давайте забьем чашку, будем курить на вербандовской турке, вместительность у нее 10-12 грамм. Покурим мы приморский шейк. Какую оценку я могу дать линейке Darkside Shot? Отличный продукт со своими минусами, со своими плюсами для людей, которые не хотят заморачиваться с миксологией или которые пока еще не познали это мастерство с миксологией, отлично зайдет. Пришел домой, открыл пачку, заебенил чашечку, покурил, пошел спать. Естественно, таким крупным компаниям, как D-Tobacco, не прощают все косяки, не прощают их ошибки и начинают со всех сторон хейтить. Но извините меня, за 200 рублей в 2020 году охуенный продукт. Просто охуенный продукт, меня вкатило, мне зашло, просто охуенный. Покупайте вкусы, которые вы хотите покурить, потому что каждый из этих вкусов найдет своего ценителя, найдет своего любителя. Это относительно новый продукт. Я думаю, что компания Darkside будет усовершенствовать, выпускать новые вкусы, дорабатывать старые, что-то улучшать, что-то убирать, что-то добавлять и все в этом плане. Мне вкатил, мне нравится. Тем более за 200 рублей лично для меня на 2 покура. Просто на. И тут надо вставить вот эту вставку. Я такой говорю, там типа, понял, это просто. И такой, баба такая. Просто охуенно. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайся на канал, пальцы вверх. Пиши комментарий. Хочешь негативные, пиши. Хочешь, пиши позитивные. Вы были на канале По Башке. Меня зовут Дмитрий. И до новых встреч.